Народ дошел до улицы Пушкина. Традиционно, так сказать. Так, сотрудники полиции уже предупреждают, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения. Призывают покинуть проезжую часть. Традиционный маршрут, все поворачивают на Пушкина и идут к площади Ленина. Так, у кого-то нервы сдали, сейчас начинается. Вот, люди быкуют. Таких надо пропускать и не обращать внимания. Сейчас это проезжая часть, пешеходам запрещено. Ваши шествия не санкционированы. За это предусмотрена административная ответственность. Требую покинуть проезжую часть впереди на тротуар. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Солнечный, поселки Эль.